Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Прошло 10 дней со дня опороса свиноматки. Свиноматка! В общем, сейчас мы будем колоть поросят. Давай, иди отсюда. Мы ее сейчас прогоним подальше от деток. Так, вот наши клиенты. Поросяты. Поросяты. Сейчас мы их будем прокалывать по второму кругу железом. Все, поехали. Илюха, лови, подавай. Итак, колоть будем опять суэферовид, железосодержащие витамины. 5 кубов будем в поросенка давать. Все, давай. Поросят будем сейчас колоть и сразу пересаживать их, чтобы они не пытались. Во внутреннюю. Тихо. Так как я профессионал, так скажем, с многолетним стажем. Подожди, сейчас наберу, чтобы не орала в руках. Короче, вниз головой держите, когда они не так орут, поросят. В принципе, не страшно, что они орут с одной стороны, а с другой мамочка их начнет нервничать тут, пытаться выломать двери или отдать. Пять кубов. Слушай, не выросли, но раза в три от того, что мы кололи в тот раз. Растут, конечно, с дикой скоростью. Вводим, не стесняясь. Такие хорошие в этот раз поросятки. Кому-то повезет, кто-то у нас купит их, протащится. Именно такие приятные. Это только 10-й день. На 30 они будут весить за 10 кил. Давай, Илюха, готов, я готов. Смотрите, ну, в принципе, многие на продаже, если поросята, не упарываются и не колят их по второму разу. Где ты там? Ну, честно сказать, по-хорошему два раза уколоть будет очень даже хорошо. Все равно, ну, этот самый, бутылка большая, там 50, ну, сколько там, 50 грамм, 100 миллилитров, 100 грамм в ней. Хватит тут нашим восьмерым два раза уколоться легко. Два раза уколоться, слышишь? Давай. В принципе, все можно и одному делать. Все у меня получается, для того, чтобы эту операцию сделать, надо 3 человека. А ты будешь как-то так... Тихо, тихо, кто-то идет. Тихо. Прикинь. А, можешь посмотреть туда, показать как. Вот обратите внимание, поросята чувствуют себя нормально, более особо там от пуковой иголочки они не ощущают, поэтому не стесняйтесь, колите их, они рады будут. Только рады будут. Давай. Даже ихняя мама рада. Мама, шось, ходим, нервничает. Иголка тупая. Я, короче, в целях экономии второй раз колю одну и ту же иголку. Короче, не смертельно, можно и два раза проколоть. Но если вдруг нема иголки, так вот у меня шприца нема, но одних и тех же, да, нормально. Ничего с ними не случится. Давай, готов. Сколько там еще осталось? Двое. Три. Три поросенка, как в сказке. Получается, если вниз головой вот так их держать за лапы, они практически не, ну как, не понимают, не одупляются, что там.
происходит. Можно легко их там заколоть в 5 секунд. А сколько времени уже видео идет? 5 минут. Вот видите, 5 минут, и мы уже практически докалываем. Осталось 2. Давай, поросенка. Вы не смотрите, что такой страшный двор у нас, как после войны. Там у нас перед этим жило целое могучее стадо из 20 с чем-то свиней. И они полюбляли производить ландшафтный дизайн. Пошел он! Вархаев! Тыщ отсюда! Проверка на дорогах. Ну, бить нельзя, вы же понимаете, я не бил, я так мешком ее клевал просто. Свиноматку лучше не бить. Вообще, животных лучше не бить. Спрятался. Последний сныкался, да? Сейчас мы его быстренько подкормим. Короче, что хочу сказать. После первого укола прошло неделя, и я бы сказал, они выросли. Да, раз, ну, понятно, что они это самое. Развиваются быстро. Тут вообще есть такие какие-то. Все, в принципе, больше никаких операций до самой продажи проводиться не будут. Это все, что мы им можем дать. Единственное, начнем на 3 недели подкармливать их, начнем, чтобы они нормально пережили расставание, так скажем, с мамочкой. Все, Люх, выходи оттуда. Давай сейчас запустим синомат. Так, постоянно пол, пошли камеру. Так, все. Три говорю. Оу! Алло! Сейчас свинка придет. Илюха, а ей не надо давать зерно, а что не жрет, оборзела. Траву эту ест и все. Все, сейчас загоним. Оу! Свиноматка, конечно, у нас. Сейчас я возьму кого-нибудь, попищит. Идет свинка наша. Свинка хорошая. Жалуются. Что случилось, да? Побежали. Не-не-не-не. Все, хорошие свинки закончились. Ну вот, в принципе, вся операция несложная, но очень важная. Поэтому в случае, если вы хотите получить нормальное потомство поросяток, 2 раза как минимум проколоть железом стоит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.